состав Общественной палаты Тобольска вошли еще два горожанина. Вопрос об обновлении состава был рассмотрен на очередном заседании. Единогласно отданы голоса за кандидатов. Это председатель отцовского клуба гимназии имени Лицмана Павел Канников и предприниматель Игорь Валий Мухаметов. Оба ТБЛК принимают активное участие в общественной жизни города. В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы. Членам Общественной палаты города Тобольска доведена информация о проведении работ по созданию площади почетных граждан города и района, также о барельефах, отображающих историю Тобольска и Тобольского района. Следующим вопросом рассмотрен доклад о реализации молодежной политики в городе Тобольске с участием членов Общественной палаты.